Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 6 декабря, вторник. Приехал я на вторничный рынок, который находится в центре города. Чтобы найти этот адрес, можете пробить в Google или в Яндекс Аланья Балык Хали. Тут продаются морские продукты, а также в той стороне этого рынка есть отдельный рынок по вторникам. Можете купить там фрукты, овощи и тому подобное. Показываю. Вот так называется у нас Халк Пазары Балык Хали. Цены на сегодняшний день. Также вы можете купить свежую рыбу в сети магазинов Метро. В Тахтакале порой можно найти. А также прийти сюда. Вот, кстати, мурена. А мурена фиаты недер? 200. Килоши 200 лира. Мурену. Я ловил недавно 200 лир. Хачты мавич. Бо туна ма? Тунец. Кто любит? Килосы не кадар? 100 лир стоит килограмм. 450 лир джумба креветки. Октопод. Осьминог 500 лир килограмм у них. Тунец 100 лир килограмм стоит. Кто любит тунца, может... Джумбо карадес не кадар? 450, бу 600. Это 600, это 450. Кальмар. О, много чего есть. Это тоже вкусная рыбка. Чиникоп называется. Ого. Бе. Fiyat nedir abici? Abi çok az. 650 veririm abi. 650 veririz. Jumbo mu bu? Jumbo. Yoksa Jumbo'nun daha büyüğü? Jumbo. Jumbo karadis. Tamam. Kaptan karides abi. Tamam, tamam. Это тоже. Что? Ha? Bunun fiyatı nedir? Ne balık bu? O turna balığı abi. Turna. Aha, buranın balığı o. Baba 130 lira, onun bir küçüğü var, 100 lira, bir büyüğü var. 130 lir kilogram. Bu balık ne balık? Lambuka abi. Mambuka? Lambuka. O ne kadar? Lambuka. Lambuka, o ne kadar? 100 lira abi. Kilosu 100 lira. Aha bak burada da var, bak. Bak, şu 100 lira. Bu dışarıdakine 130 lir. Lira, 100 это 130 lira. Lir, она bak, поменьше. Orada da var, 180 lira. Это 180 lir. Турна как-то они называют, это их не щука, что ли? Морская щука, что ли, не понял. На морскую щуку похоже. Барракуда. Барракуда. Не понял. Лагос мо? Лагос, лагос. Лагос. Грида. Фиат недир? Килосу? 500. Кило 500 лир, 500 лир. Я на них охочусь в основном. Да? Да. Знаете? Да, вот такого не найти. Mükemmel. Zıpkınla mı? Olta balığı. Olta ile gelmiş mi? Kalkanla da var. Kalkan. Ne? Kalkan. Kalkan. Deniz levrek var. Levrek. Levrek ister misiniz? Deniz levreği bu mu levrek? Vay be nasıl yapamamışlar ya. 7 kilo. 7 kilo. Dik dik dik. Mavi. Bunun kilosu ne kadar? 200. 200 lira. Ben video çekim bitirim şey yapacağım. Geri döneceğim. Цены не пишут. Каждому туристу разная цена, наверное. В некоторых местах пишут, да. То, что нужно, они пишут. Чинекоп здесь 120 лир стоит. Я в Тахтакале покупал за 80 лир. До свидания. Merhabalar abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fiyat koymamışsın. Neye? Fiyat nedir? Kilosu? 380. 380. Anladım. Jumbo değil bu. Daha küçüğü. Yok, Jumbo'nun küçüğü. Ana pamiyenşe. Jumbo 600 lira. 650 lira Jumbo. Aynen. Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hiç yerde fiyat yok ya. Enteresan. Her şeyde sürümlerinde olmuyor da. Her gün değişiyor ya. Evet aynen öyle. Aktopot ne kadar? 450. 450. 450. 450 лир скидку сделают по вторникам, да, килограмм. Норвеч сомон не кадар? 240.
240 lir Norveçski это лосось что ли? Лосось, да? Тамам абидим. Порой в магазине метро они подешевле. А, ölü mü bu? Ha, sen kendin koymuşsun. Ben ne diyorum, kaçmak istiyor. Hadi o bir kaçmak isteyeni de gönderiyoruz abi, tutuyoruz. Не трогай, укусит. Укусит. Я не боюсь. Фиат недир? 300. 300 ли? 300 ли? Килограмм. Килограмм. Canlı. Başka enteresan balığın yok mu? Yok. 150 lira çinekop ya. Tahta kalite 80 liraya buldum onu. Onlar şöyle şöyle var burada da arkadaşlar. Aynen. Azizciler. О, большие креветки. Креветки. Есть плес. Плес. Овощи, фрукты тоже можете купить. Также в правой стороне есть ресторанчик. Покупаете рыбу, даете, они готовят и привозят вам на стол. Турна. Это не туна? Тунец, да. Тунец, Лагос. Килосы не когда турнанын? Кило или мы сатьон оно? Кило, кило. Yani böyle bütün satıyoruz. Kilosu ne kadar oluyor? Kilosu 70 lira onun. 70 lir kilogram. Здесь подешевле, чем впереди. Как заходите глубь, тогда будет дешевле, чем в начале. А, вот мясной магазин. Один из хороших в Алании, как я знаю. Как раз мясо цены тоже вам скажу. А вот не надо доврасом. А машины или доврасом. Буду сумки доврасом. Так. 190 лир, 150. 155 свежий фарш. Здесь у них даже бородинское хлеб есть. Мигросе тоже можете надержанную. У них интересные вещи тут. Квашеная капуста тоже есть, кажется, продают. Куропатку, куропатку перепила, перепила, ага. Куропатка. Вот, перепелка есть. Есть кролик, утка есть даже у них. Это домашняя курица. Кёй тау не кадар? Кёй тау танес не кадар? Килограмм? 170 лир. Килограмм 110 лир. Крылышки 65. Верхняя часть крыш 80, 85. О, это вкусняшка, вот из него вкусняшки. Келебе, я обожаю. Это большие, это кажется индюшки. Да. Надо купить. Я вот сейчас, мне надо как-то пойти, прийти купить. Да я сам куплю, да приди. Так, я уезжаю же, за это 2-3 дня. Готовить фрукты, овощи. Сейчас выйдем на рынок. Тут молочные продукты тоже продают. Специи всякие продают. Вот видите, специи, что хотите, все тут есть. Да, запах вкусный, такой приятный. А. Также в ресторанчиках можете прийти здесь прямо выбрать. Есть. Тамам. Олды. Это рынок. Вот прямо выходите. По вторникам в Алании. В центре. Два в одном как раз для вас, дорогие зрители. И рыбу показал. То есть три в одном. И мясо показал, и на фрукты цены показал. Где тут подешевле, я не знаю. Надо погулять. Бананы 15 лир килограмм. Ну, где бабушки, дедушки сидят там на стулике, вот у них всегда дешевле. Лук 10.
лир. Картошка 10 лир маленькая. Большая, наверное, 12 лир. Апельсин 10, мандарин 15, айва 10, королек 10, 8, большие картошки 12 лир. Баклажан 6 лир, такой вот помидорчик, 12 лир у нас. Виноград 20 лир, 10, ну, уже сезон виноград, кажется, заканчивается. Кумкат 50 лир, клубника 50 лир, огурцы 10 лир, фиат недир танесинин? 5 лир. 5 лирадан баштио. С 5 лир начинается зелень, здесь можно и за 4, и за 3 найти, если подойдете сюда вечером, 6 часов там. 5.30 будет еще дешевле. Вечерний рынок называем. Мандарины 10 лир. 40 лир, вот, например, тут клубничка. По 40. Да. Там было 50, 15 лир. 10. А, это драконий гранат, который они говорят. 70 лир штука стоит. Манго 200 лир штука. Вот это интересный фрукт. Это горная клубника. Я его покупал, внутри косточки маленькая. Тоже вкусная такая вещь. 30 лир пакет стоит. Тоже интересные витамины там водятся. Это 50 лир пачка стоит. Лесная. Мерси. Семородина 50 лир. 100 лир семородина стоит, красная, пакет. Зердачал. Это же желтый, вот эта штучка есть, наш турмерик. 50 лир. Авокадо 15 лир одна. Клубничка 50 лир. Так. Вкусно видно, смотрится. Я... Морковку вам 10 лир. Ну все, вот такой рынок, дорогие зрители. Пойду я по своим делам. Всем пока-пока.